В Магадан пришел китайский Новый год. В ночь на 16 февраля год желтой земляной собаки пришел на смену году огненного петуха. Этот праздник каждый год выпадает на новую дату, которая вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. В Китае Новый год отмечают с размахом. В Новый год в Китае можно увидеть множество ярких постановок. Танец дракона, танец льва, а также театрализованные номера времен империи 16-17 веков. Праздничная ночь заканчивается фейерверками. На время новогодних каникул с 16 по 21 февраля из Магадана многие жители Поднебесной уезжают на родину. Торговые точки пустеют. На Колыме сейчас работают около 200 человек. 70% из них покинули колымскую столицу. Для многих из них это единственный отпуск в году.